Короче, вот тут вот у нас вот тут вот металл сейчас. Ну вот тут вот. Вот мост такой. Вот. Вот. Будем выдергивать. Было бы за что зацепиться, да, чтобы выдернуть прямо. Судя по кулаку, жиловки. Это походу от 131-го, что ли? А, вот тут еще до улицы. Вообще, что я да. Что, теперь не помнишь, как скрутил? На улицу все выкини, здесь разворачивай. Вот и все. Нет, пока не надо. Тут жестко продергивали. Ну, вот там, вот, где-нибудь зацепиться бы только. Да, под да. Нее прям подрывайся бы. Походу тут это что-то лежит. Потому что когда дернул, там он зашевелилось все. А он прошел туда. Посмотрим. Вот это ни хрена себе! Стой! Вот это ни хрена себе! Целиком, но это вездеходовская с этого, а не тракторная. Но это значит, это, наверное, телеги с прицепом. Она неудачно как-то она затолкали неудачно, возможно, никак не вот так вот. А где лом? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну вот у нас оттуда лебедки вытаскивали, не получилось. Много раза. Батя будет ее крошить. Я потом посмотрим, еще есть там металл, нет, с металлоискателем пробегусь. Ну что, резать будет. Время идет.
Отлично. Клал весь пыль. Вот такую вот еще рельсу вытащили. Детскую. Ну все, будем грузиться. Надо по кузову размерить, чтобы они легли. Да, да. Да, сейчас разберемся. Ну, целую эту гусянку найти сейчас это сложно. Да рядом другой возьми, пусть покороче будет. А туда потом, на следующий трак. Правильно говоришь? Вещи говоришь. Вещи говоришь, батя, вещи. Сказали. Тут еще он маленький рельсов. Ну так, прилично. Немного осталось. Как сам металл хороший. Ну так и да. Удачи. У нас по самой дорогой цене. Наконец какие-то пошли. Хотят. Все. Пальцы надо кучу собрать. Да вон я их туда все скидал. Да кто бы мог подумать? Здесь есть металл. Здесь его валом просто закопанный. Что, последний рывок? Самый тяжелый.
Все время я вот в таких случаях отца покойничка вспоминаю. Глаза боятся, руки делать. Всю жизнь. Получилось у нас тут сверху гуски, снизу там та железяка была, тут рельсы. Сейчас буду разгружать в огород до весны. Весной цена поднимется, буду сдавать. Сейчас у нас металл по 14-13 рублей за килограмм. К весне, думаю, будет около 20. Буду сдавать. Тут уже у меня маленькая есть. Я не знаю, что это за пушка была. Но она очень тяжелая. Здесь вот металл. Видите, какой? Ну, ленивец. Все это я в один день нашел. Загрузил. И сбросили сюда вот. Ну, сейчас, в общем, буду разгружать. Все это добро. Ну, думаем, где-то, наверное... Так, я еще машину не загружал. Думаю, наверное, где-то около тонна, 200, тонна, 300, наверное, по весу будет. Может, больше даже. Все, буду сюда складывать. И пускай тут лежит. Нынче, не знаю, получится еще съездить. Нет, за металлоломом. Да, вот еще. Есть. В интернете нашел статью. Вставлю скриншот сюда. Фотографии. Что металл до 2028 года вырастет в цене до 52 рублей за килограмм. До 2028 года. Ну так, с годами будет подниматься до 30, до 40. Ну, естественно, падать будет. Так что вот так можно будет. Подсобирал, подсобирал, раз в пик сбросил металлолом. Главное, чтобы он попадался. Ну, собственно, вот и все. Вся информация. Не буду вам рассказывать, с чем это связано все. Найдете в интернете, сами почитаете. Ну ладно, все, буду разгружаться. Получилось.